сегодня подарки, да, и всегда нас поддерживает экипировка Ray-Ban. Скажи, просто помогла ли она сегодня занять первое место? Безусловно. В общем, она помогла во всех упражнениях. Это вот на коленнике Ray-Ban, на локотнике. У меня были проблемы с локтями. И я использовал два налокотника, один тонкий, 5 мм, и сверху надевался толстый с ремнями, со всей синевой. И когда поднимал, уже никаких не чувствовал проблем в локтевом суставе. Когда без них тренировался, были такие проблемы, поэтому как не занимаешься, как будто все смазано, тепло, как по маслу. Ну я вот по себе, как помню, именно эту экипировку Ray-Ban мы, наверное, с трудом могли находить. И я завидовал Мише Кокляеву, потому что он участвовал на мировых первенствах. Он только оттуда привозил, там это был такой эксклюзив. Там они стоили нереальные какие-то деньги. Там вообще, когда сейчас уже сравнишь эту цену, понятно, что он ее перекупал в 2-3 раза дороже. И мы тренировались, ну, то, что здесь в магазинах продает спортивного, ну, спортивных магазинах простых. Все, и когда мы начали экипироваться в эту, это, я не знаю, это номер один, наверное. Именно в силовом экстриме, сейчас сколько смотришь, вот чемпионат мира по тяжелой атлетике прошел, они все в Ray-Ban'е тоже. Все полностью тяжелоатлеты, наколенники у них там, у всех. А для силового экстрима это вообще незаменимые вещи, настолько комфортно. Для меня, так я не знаю, сколько у меня уже пары этих наколенников, налокотников там. Я их меняю почти на каждое упражнение, но мне очень нравится. У меня сейчас всех спортсменов потихоньку экипирую у себя в зале. В фитнес-центре, где я тренирую людей, тоже их экипирую, там, женщин, девчонок. На приседания у них это вообще незаменимые вещи. Им очень нравится, комфортно, греет коленные суставы, суставы локтевые, все супер. Of course, for me, maybe helped the most, because I am damaged everywhere. I have a problem with knee, for elbow, with everything. You must know, I compete 13 years, next competition will be 14th season, and I have the most professional competition in the world. I have around 250 competition. After me, Zidrunas with 220, 230, and I damage everywhere, and these things help me to be warm and tight a little bit, and probably I can compete normally without this. Она помогает действительно? Вам нравится эта экипировка? Да, конечно, это самый лучший, я думаю.